Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами на обзоре вот такая вот маска 7 Даус. Поправите меня, как правильно. Активный четверг. То есть для четверга. Кстати, сегодня четверг у меня как раз. Маска для лица после занятий спортом. День четвертый, то есть они прям по дням. Так, успокаивает, питает и увлажняет. Четверг самое время позаботиться о себе. И лента. Такая красивенькая, такая она. Кстати, плотненькая, как будто там прям не одна маска. Там действие. Все такое. Конечно, на фиолетовом фоне нифига ничего не прочтешь. Ну ладно. Даже есть Инстаграм, ВКонтакт. Вот. И давайте ее посмотрим и попробуем. Какая же она там внутри. Так, ну вот и я. Я уже своим личиком поухаживала, уже тоником почистила, скрабиком прошлась, пеночкой потом. Вот, не знаю, в какой очередности, знаю, что сначала тоником, а потом, ну, напишите в комментариях, как делаете вы. И теперь хочу вот эту вот масочку попробовать вместе с вами. Сейчас давайте будем пробовать. Мне кажется, она классная должна быть. Открывается она у нас снизу. Заглядываем. О. Кстати, пахнет как будто цветком, как лотосом, что ли, каким-то таким. О, она прям такая вся мокрая. И там, кстати, остается как непрозрачный. Ай, у меня капает. Непрозрачная такая кремовая основа. Гелевая. Очень-очень-очень много. Она прям очень мокрая такая. Очень сильно мокрая. Прям очень сильно. Так, как бы мне еще ее правильно положить? Как привидение сейчас скажет кто-нибудь там. Так, зеркала у меня рядом нет, поэтому я смотреть буду на вас. Она прям огромная. Я смотрела обзоры, прям у всех слишком маленькие, малы. Хотя, в принципе, может быть и нормально. Кстати, такая прохладненькая, хотя лежала у меня в шкафу. Так, нос. Ага. Я люблю, когда закрыто все везде. Такая прям она вообще мокрая. Это прям все текет. Прям даже... На всю шею еще хватит. Ай, ай, мои уши улетели даже. Так. На губу чуть-чуть залезла. Прям очень мокрая. Это хорошо, я люблю, когда очень такие прям влажные они. Прям классная. Не зря они ценятся, они достаточно такие дороговатые. То есть, ну, в принципе, я нашла гораздо дешевле маски. Чуть-чуть будет попозже на с вами обзор. Сейчас я жду их доставку из Вальберса. И тоже вам их покажу. Там получается подешевле. И там, наверное, не знаю, посмотрим, что там. Ну, вроде людям нравится. Ну, все, ждем там, наверное, 15 минут, скорее всего. И будем с вами ее снимать и смотреть, что же у нас такое там получилось. Но выгляжу я ужасно. Так, ну а смотрите, у нас прошло 15 минут. Здесь написано 10-15. Я подождала 15. Она все еще мокрая, но снимаю. Что у меня? Чуть-чуть было покалывание с разных сторон. И, кстати, здесь вот прям осталось очень много геля. Вон, видите? Его прям реально там много. И на самой маске, кстати, осталось тоже очень много геля. Маска хорошая, маска мне очень понравилась. Пишите свои отзывы, если вы эту маску уже пробовали, понравилась она вам или нет. Какая именно, может быть, из этой серии вам понравилась, обязательно напишите. Вот. И напишите, поменялось ли у меня лицо до маски и после маски. Не знаю, мне кажется, оно прям стало такое более
Помоложе. Помоложе, может быть, я стала. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментарии обязательно пишите, понравился вам такой ролик или нет. Будем ли пробовать еще маски. И всем пока-пока.